Так, будем разжигать небольшой костер для мангала, чтобы пожарить крылышки. Значит, сегодня мы используем вот такой вот старый-престарый мангал, который лишний раз доказывает, что можно пожарить шашлык на чем угодно. Или, как говорил Дмитрий Нагиев, даже на двух кирпичах забацать лучше, чем может быть. Значит, что мы сделали? Значит, накололи таких вот больших деревяшечек. Ну, конечно, немножко согрешили, потому что взяли то, что было под рукой. Не стоит повторять наши ошибки и использовать какие-то там сосновые деревяшки там, или еловые деревяшки, которые при горении выделяют своеобразный запах и как бы портят вкус шашлыка. Но сегодняшний шашлык из курицы мы вообще испортить вообще его практически нереально. Ну, а кое-кто скажет, что это вообще и не шашлык. Значит, ну тут немножко я, конечно, смотрю, что уже перестарался, сколько я никогда еще не выкладывал шалашика. Значит, берем, поджигаем спичечку и так вот просто сухое дерево разжигаем. Раз. Не получилось с первого раза. Сжигаем дальше. Тут, конечно же, вы спросите, почему просто не взять уголь и не полить на него жидкостью для розжига, так как это, в принципе, наиболее быстрый способ. Ну, в данном случае запах будет еще веселее, чем мы бы разжигали его какими-то палочками. Ну, на самом деле, сам ответ еще проще. Просто поленился купить его, эту жидкость для разжигания. Хотя, в принципе, я не сторонник ее использовать. Значит, палочки, этот наш такой вот получился вигвамчик индейский, сейчас будет разжигаться, а мы положим им в помощь немножко угля. Значит, использовали самый простой дешевый уголь, который у нас есть на рынке, 22 гривны стоимость на сегодняшний день. Значит, какие его, скажем так, отличия? Ну, здесь мы видим, что сверху кажется, он такой вот весь чистенький и целенький, да, кусочки. Если приближаться ближе к дну, он будет иметь дело полностью с мелкой такой угольной пылью, которая нам в мангале вообще не нужна. Поэтому правильно было бы брать каждый кусочек, этот уголь отдельно, брать его щипцами специальными или перчатками. Но опять же таки, я этого делать не буду, всего того, что у меня в данный момент их под рукой нету. Буду брать их просто, ну, такими вот обычными руками, да, как мы все и делаем. Значит, складываем уголь. Вот сюда вот, где у нас уже горит. Ну, просто туда кидаем. Куда он уже не денется. Значит, для начала много можно его не бросать. Когда убедимся, что процесс пошел, уголь разгорелся, можно будет добрасывать остальные.